Всем привет, друзья! Сегодня мы приехали на рыбалку и рыбачить мы будем на корюшку или мойву. Река, на которой мы будем рыбачить, называется 20 миль, 20 Miles River. Каждый житель Аляски, проживший в штате год, имеет право на вылов этой рыбы. Вылов неограниченный, то есть дается 2 месяца, с апреля по конец мая. Можно приезжать хоть каждый день и ловить, сколько захочется. В большом количестве. Морские огурчики. Тут все друг другу впритык стоят. Нужно синхронно палками махать с очками. По одной потихоньку вылавливаем. Но она хоть и маленькая, но очень вкусная. Тут весь берег облепили. Под мостом тоже, видимо, хорошо рыба идет. Но сейчас как отлив, поэтому она не так хорошо ловится. Ну вот, вроде бы пошла уже, да, рыбалка? Не по одной рыбешке, а сколько? Сачок. Давайте еще пару взмахов и... Пошли домой. Да. Смотри. Ну, это за два раза. Ну-ка. Нет, это очень медленно. Блин, было бы где ее еще покопить, ну, повялить, покопить. Я пробовал вялить, не понравилось. Да? Да. Слышно мало, слышно мало штуков. Да. Да, 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 она сухая. Коптить еще бы я бы хотел попробовать. Ну что, пару часов стояния в воде и махания с очком. И вот у нас уже, наверное, половина ведра. Осталось еще половину, и можно ехать домой. Ну вот смотри, сейчас вытаскиваем. Ой, сейчас бежит. Вот такое вот 5-галлоновое ведерко, полное корюшки. Этого нам хватит на всю семью, на целую зиму. У нас 3 человека, немного, так что нормально. Еще разнообразие будет: лосось, форель, так что рыбой обеспечены. Вот на рыбалочке на мойву мы сегодня встретились с Иваном, с блогером. Да, сильно. Да, наша семья на Аляске. Да. Да, так что, ребята, подписывайтесь на его канал. Всем привет, да, всем подписывайтесь. Лайки обязательно, комментарии, но уже собираемся замерзли. Вот он купил себе на лосося, на дипнетинг. Да, да, это хороший такой. Да, лосось. Хороший. Сколько видишь, стоит? Видишь, с ручкой? 169 или 165 долларов. Я. Ага. Ну, вот сколько наловил. Ну, вот такой целый кулер. Да, и еще в ведре там. Но да. Это у меня вторая охоточка. Да, сегодня было слабовато, но все же рыбы много. Я сколько? Я с 12 до 8, 8 часов. Ну, прошлый раз то 2 кулера я взял за это же время. Так, ну, этот раз немножко слабее, конечно. Ну, Ивана родственников много, так что... Ну да, будет кому раздавать. А мы вот полное себе вот такое ведерко наловили, и нам достаточно.
Так что все, ребята, увидимся в следующем видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. Обязательно. Да, еще все вместе соберемся где-нибудь. Да. Еще видео красивое с ним. Да, все, пока-пока. What?